Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений, без трафика. Я очередной раз проверила его на вывод. Все замечательно. Букс платит. Нажимаю Виндраф. И я выводила на Payeer. Вот Payeer. И у меня было 64 500 биткоин сатоши, и я на Payeer в USD вывела. Все замечательно. Платье сначала отправляется на модерацию, потом уже выплачивается. Перейдем на почту, и вот вчера мне пришел вывод плюс $7.76 USD 10.07. Значит, ну вот комментарий вот у них тут. Снять как бы ссылочка. Все замечательно, букс платит. У меня на канале, кто захочет присоединиться, есть плейлист по этому буксу. Сейчас я вам покажу. Вот он, BitTraffic. Здесь есть как регистрироваться правильно, как работать. В общем, вся информация. Кому интересно, посмотрите. Я уже не буду затягивать видео. Я просматриваю вот сюда. Нажимаю просматривать. Рекламку просматриваю. Здесь по 30 сатошиков. 20, по 20, 20, 20, 10. Ну, так неплохо. Вот коротенькую рекламку. Вот 10 сатошиков. Давайте посмотрим, покажу, как... Я просматриваю, вот загружается страничка. И идет отсчет времени. И выбираю картинку. Все. И нажимаю возвращаюсь. И по новой. Это первый способ заработка. И вот здесь серф я тоже просматриваю. Вот. Тут как бы тоже вот 30 сатошков, и как бы нажимаю, перебрасываю тоже на страничку, а здесь уже идет отсчет времени. Вот таким вот образом я здесь собираю биткоин сатошики. Минимальный вывод здесь 30 тысяч биткоин сатошиков, но здесь похоже идет вывод по нарастающей. Первый раз я вывела 30 тысяч, второй раз я собиралась вывести, как бы у меня показала 60 тысяч. Вот. И видите, я вот 64 вывела. И у меня уже стоит минимальный вывод 90 тысяч биткоин сатошиков. Как бы все по нарастающей идет. И выводить можно на любую платежную систему. Здесь биткоин можно выводить. Вот у меня забит Payeer и Perfect Money. Вот. Там еще, по-моему, есть платежные системы. Уже сами посмотрите, кто захочет. Ну, в принципе, на этом все. Все замечательно. Букс работает, платит. Он работает уже давно довольно-таки. С осени прошлого года. И как бы все супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.